Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В редакторе Brackets есть плагин, который позволяет нам использовать сниппеты. Сниппеты — это что-то наподобие плагина Emmet, только мы можем создавать данные конструкции сами, чтобы использовать их повторно в нашем коде. Если мы используем какой-то однотипный фрагмент кода очень часто, то мы можем создать себе сниппет. Давайте зайдем в менеджер расширений, напишем brackets snippets и установим вот этот плагин brackets snippets by Zagino. Нажимаем закрыть. Теперь в меню правка у нас появилась вкладка trigger code snippet, или же горячая клавиша Alt плюс S. Если мы нажмем Alt плюс S, то у нас появляется меню настройки сниппетов. Здесь мы можем создавать новый сниппет, редактировать сниппет, удалять и настройки. В настройках мы можем указать горячую клавишу запуска, путь, где будут сохраняться наши сниппеты, и скачать другие сниппеты. Давайте нажмем New Snippet, введем имя, например, контейнер, и введем здесь код div класс контейнер внутри у нас будет заголовок h1. И закрывающийся тег div. Здесь мы можем поставить такую конструкцию. Она нужна для того, чтобы курсор при создании сниппета находился между тегом h1. Нажимаем ОК. Теперь выберем наш сниппет. И мы видим, у нас создался тег div с классом контейнер. Внутри тег h1, и наш курсор стоит именно в этом месте. Пользуйтесь этим плагином, создавайте свои сниппеты, используйте имеющиеся, и я надеюсь, что это вам поможет и ускорит вашу работу. Встретимся в следующих видеоуроках. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч!